Витя, какие у нас сегодня спортивные новости в стране? Ну, сегодня не знаю, но я... вчера было это как уж жеребьевка наша, это как, ну, вот, России, чемпионат России, за Кубок России. Теперь Юрий Павлович Семин будет тренировать Ростов. Ну, так это было давно известно. Ну, это было давно. Испанцы или бразильцы в финале вот в Олимпиаде. А, бразильцы. Бразилия. Забил, кстати, наш парень, который, по-моему, в конях катался. Я точно не помню. Так, кстати, а по Олимпиаде Россия золото в каких видах спорта? Ну, в самых вкусных, кроме... Это ужас, когда в художественной гимнастике так обосрали. Это... Вся планета с ума сходит по этой хренотени. Но это просто невозможно. Человек, когда выступал... с лентой, она выступала, ну, еврейка, она уронила ее, он уже просто лежал. А, из Израиля. Да, вот, это, и потом, когда наши уже, ну, сборная там, несколько человек. Это Дина Аверина, да. Ну, это Дина, ну, две сестры, а сестре вообще четвертое место дали. Ну, это ужас, это не Олимпиада, а, бля, ужас какой-то. Опять всех купили, ты хочешь сказать? А при чем здесь куплено? Здесь политика. А, политика уже политика, там. Политика, конечно. Причем я тебя умоляю, господи, если бы надо было денег. Не, ну это... так по стрельбе наша неплохо отыграли. Ну да, золото там нет. Нет, ну золото, ну по гимнастике, да. Ну, ну конечно, они... Как они умудрились обосрать художественную гимнастику, если... Вот осталось только, как она называется, синхронное плавание. Там мы уже сколько лет, и... это ужас, это не Олимпиада, это так, улетает из-под ногтей. Без флага, без гимна. Да ну. Без флага, без гимна, нет. Да? А знаешь, что мне больше всего понравилось? Когда наши девчонки по синхронному плаванию собирались выступать, у них медведь должен был, а сказали нет. С медведем нельзя. Да. Это как-то ассоциируется с Россией. Россия. Ты ёптай мать, блин. Да кого нам? Кенгуру, ёп, на пузе. Это вообще ужас. Сколько ж дебилов. Чебурашку надо было, Шаинского. Так, за него еще воевали, за Чебурашку, помнишь? Да, помню. Вот. Война за Чебуратора. Да ну, Олимпиада ни о чем. Вот я не знаю, вчера просто заснул рано, не посмотрел, смотрел 1-1. Когда было открытие, ну, это Бундеслиги. Ага. Вот, смотрю уже один... Этой команде они постоянно первый раз проигрывают. Как же, блядь, сейчас... Мюнхенс, голова... Боруссия, Мюнхенс... Бавария. Есть Бавария, она, ну, вот, вот она, Бавария. Мюнхенская, а это... Я забыл, как называется команда. Байер. Это Ливеркузен, а это все, забывает, и бог с ним. А ну, он чемпионат Германии, он такой слабый. Вот я одного не купили Месси. Ну, ты представляешь, это не Галактика, когда, помнишь, раньше мадридский Реал покупал всех, ёпты, там. И вот эти сейчас купили, ну, там, блин, ну, просто звезда на звезде. А почему Месси ушел? Ему что, платить стали меньше? Не или знаю, там... нет, у них с Куманом какой-то там замес. Ну как меньше? Ну что значит меньше, если он половину готов был отдать в свое время, когда, чтобы играть за Барселону. Там... Спорт должен быть вне политики, ну, вообще. Да. Это кто тебе сказал? Это так у нас и Евровидение, ёпта, засратое, никому не нужное, тоже вне политики, хотя там политики, вот. Вообще, понятно. Я вот считаю... А вот наши там на кольцах выступили, как ты, не смотрел? Вот это я могу сказать. Спортивная гимнастика? Да. Спортгимнастика, вот парни, да, групповую они выиграли. Не, ну там да, там нормально. Вот, ну я скажу честно. Я там смотрел, китаец там крутился. Поодиночке они, когда в одиночку, ну извини, ни о чем. Медали из утилизированного этого металла, там 30 килограмм золота. Смартфоны или что-то из смартфонов. Набрали. Что, и медали не настоящие уже? Не, настоящие. Нет, 30 килограмм золота, они... там сколько там серебра и сколько там бронзы. Из утилизированных смартфонов? Да.
Господи, до чего дошли уже медали из утилизированных смартфонов? Не, они как бы за экологию, понимаешь? Я считаю, если выиграл медаль, так должна быть настоящая. Но... из 900 какой там, 89-й пробы. Не, ну оно. Кто хоть тебе сказал, они золотые медали не даются, там есть золото, какой-то там процент.